Здравствуйте, дорогие друзья. Тепло приветствую вас, уважаемые коллеги. Сегодня с кафедры МНИИПУ, Международного научно-исследовательского института проблем управления, мы с очень важным стейтментом, объявлением. Мы, во-первых, хотим поблагодарить всех участников форума, прошедшего в Москве, всех, кто так или иначе связал свою жизнь со стоматологией, с медициной. И мы рады тому, что такие живые отклики получены нами не только во время форума, но и после. То есть мы получили огромное количество заявок, даже сверх ожидаемой цифры, на обучение по программе DBA, доктор делового администрирования, в медицине. Да, я бы хотел даже заметить, наверное, те из вас, кто были ранними пташками, обратили на это внимание, что сайт даже немножечко не справился с приемом заявок в момент нашего с Владимиром Сергеевичем выступления. То это есть точно. Он немножечко подвис, и нам пришлось разруливать ряд технических сложностей. Угу. Да, очень хорошо, что этот форум прошел. Угу. Огромное спасибо всем участникам. Отдельное огромное спасибо доктору Паку, основателю и президенту Mega Gens Corporation, который нашел время и расставил для себя верно приоритеты для того, чтобы, во-первых, сделать точкой Евразийского форума Москву, а во-вторых, лично прилететь в Москву и принять участие в форуме. Огромное спасибо. Да, это очень здорово. И у нас для вас прекрасные новости, то есть все заявки, которые мы получили, мы отработаем и свяжемся с вами, уже связались со многими из вас. Мало того, если вдруг вы поняли, что, к примеру, во время мероприятия немного поспешили, скажем так, с оформлением заявки, я не просто про там корректность оформления заявки, а про вообще про сам факт, то вы можете связаться с нами и даже ее отменить. Почему я так говорю? Потому что определенное количество грантов уже, так сказать, ну, выделены, да, 20 грантов. Нам есть между кем распределить. И кто-то из вас мог поддаться, например, некой эйфории, вдруг передумать за компанию с кем-то. Если вдруг среди вас есть таковые, ничего там страшного нет, вы можете заявку отменить. Но если вы уверены, что вам дополнительные знания нужны, если вы понимаете, что докторская степень – это то, что вам позволит работать масштабнее. Владимир Сергеевич, не только я думаю, что вот там здесь сейчас у нас появится QR-код с описанием программы, и вы сможете перейти по нему прямо сейчас, ознакомиться детально с тем, что программа в себя включает, вот, повторно, ну, а кто-то, может быть, в первый раз, и уже принять решение. Перейдите, посмотрите, пожалуйста, на саму программу, еще раз читайтесь в нее, мы за то, чтобы вы принимали решение осознанно, с холодной головой и с, ну, неким предвкушением от того, что программа дает, вот прям. Пожалуйста, сделайте это, так сказать, медленно. А теперь очень важный момент. Если вдруг никто не отказывается от своих заявок, и они действительно осознаны, если вдруг кто-то немного позже направил заявку, все эти заявки будут обработаны, мы проведем разговор с каждым из вас, и в случае необходимости, а я думаю, что она уже очевидна, эта необходимость, мы свяжемся с необходимыми инстанциями, запросим дополнительные гранты. Это очень важно. На правах повелителя QR-кодов, прошу обратить внимание, вот сейчас здесь появится второй QR-код, перейдя по которому вы сможете заполнить заявку, если вы этого еще не сделали. Абсолютно точно. И вы еще успеете в уходящий поезд, то есть вы сможете присоединиться к данной программе. Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы обеспечить всех заявившихся грантами. Ну, естественно, грант всегда выдается персонально, когда мы не просто утверждаем кандидата, когда мы еще понимаем, с какой темой будет кандидат выходить на защиту. После этого мы дополнительные гранты, собственно, запрашиваем персонально и заключаем договора. Еще раз напомню, что с января 2024 года стартует обучение. Мы очень рады будем вас видеть среди докторантов.
а потом уже среди выпускников, когда вы выйдете со степенью доктор делового администрирования, это очень, так сказать, котируемая степень, да, это не просто запись где-то в вашем резюме или, собственно, в визитке, это абсолютно другой уровень знаний и возможность поработать с коллегами. То есть дело в том, что все, кто идут на DBA в медицине, это люди, которые будут общаться еще дополнительно, помимо самой программы. Кто-то из вас может, например, пойти всем коллективам. Все заявки, которые вы подадите от компании, то есть это может быть, например, не один докторант, а сразу же несколько, ну, представим себе, что собственник плюс, например, там, директор по развитию, финансовый директор, ну, как бы вы ни называли эти должности, собственно, это топ-менеджмент, который достоин особого внимания, достоин обучения по программе DBA, достоин грантов и, как мы понимаем, самых максимальных. Теперь о самом гранте. Дело в том, что данная программа позволяет вместо 30 тысяч фунтов стерлингов оплатить всего лишь 11, то есть 19 тысяч фунтов закрывается грантом. Это мы говорим про максимальный грант, потому что есть еще грант, ну, меньший, чем уже озвученный, да, то есть который предоставляется напрямую МНИИПУ, а МНИИПУ является оператором грантов. Мы будем рады, если вы действительно, еще раз говорю, осознанно и в кратчайшие сроки направите свои заявки на грантовую программу. Рассмотрим их быстро. И уже в пятницу на этой неделе мы озвучим победителей, тех, кто, собственно, прошел по квоте, тех, кто получил некое закрепление гранта за там, собственной персоной. И мы вас прям отдельно поздравим. Ну, да, а те, в пятницу днем будет отдельный эфир, следите за каналом. Ориентировочно в 12 часов дня по Москве. Мы будем счастливы, так сказать, вас лицезреть, сделаем затем уже, может быть, какой-то общий зум, да, для того, чтобы еще раз проговорить некоторые моменты. Потому что да, все в разных часах, да, поясах. Да. Ну вот, странах. По крайней мере, в записи, так скажем, да. Мы будем рады ответить на все вопросы, потому что они могут возникать, могут быть предложения, мы всегда рады таким предложениям. Еще раз напомню, что такая уникальная возможность отучиться по гранту, получить степень доктора делового администрирования, Сингапурской академии корпоративного менеджмента и Британской академии бизнеса, это, ну, скажем так, это достаточно ценно. Это возможность. Это ценно, это возможность. Группы, да. Потому что, ну, можно сказать про рейтинг, да, вот в европейском рейтинге Британская академия бизнеса находится на 12-м месте, Сингапурская академия корпоративного менеджмента на 14-м. Это рейтинг именно программ DBA, да. То есть программ того класса, на который вы на который вы заявляетесь. Вот, поэтому это высокие позиции, но вы этого достойны. Еще раз скажу, что мы были поражены системностью изложения материалов. Все, кто был докладчиком и в четверг, какие вопросы задавали из зала? Вопросы из зала были. Подготовки общие, да, очень высокие. Что говорится, как говорится, не в бровь, а в глаз были вопросы из зала. Ответы были прекрасные, кейсы просто, так сказать, вот, ну, ошеломительные. Мы для себя многое почерпнули. И мало того, многих из участников данного форума приглашаем к нам в эфир. Это очень важно. Я думаю, что, ну, многие докторанты в эфир попадут, да, для наверняка того, чтобы сказать о своих ожиданиях, сказать о своих кейсах. И ваши кейсы, ваше интервью затем лягут в основу, в том числе, видеоконтента. То есть, ну, дополнительного видеоконтента, потому что это важно для каждого докторанта, для каждого соискателя. Послушать, с какой мотивацией человек идет в докторантуру. Послушать о том, затем уже, да, как докторантура, так сказать, расставила все точки над «и», или, как мы говорим, валентность в таблице Менделеева. Да. И будем очень рады, если ваши коллеги, которые не успели, к примеру, вот в первом потоке, да, присоединяться затем к этой программе в последующем. Ну, о чем мы еще должны сказать? Мне кажется, мы рассказали уже достаточно о грантовой программе, да, о том, на каком этапе мы сейчас находимся. Ссылки кратко будут в описании. Подытожим. Ссылки, QR-коды были здесь, ссылки находятся в описании к этому видео. Да, мы их закрепляем. Очень кратко. Грант большой. Вас тоже много.
заявок уже очень много. Если вы понимаете, что это не для вас, что вы там, ну, или вот вы сейчас нас послушали, потому что, по-моему, по стоимости информация раньше не проходила, и вы понимаете, что на данном этапе, в январе, вы не успеете мобилизовать средства, и даже с учетом того, что вам будет выделен грант, для вас это будет дороговато. Не занимайте, пожалуйста, место своего коллеги, дайте нам об этом знать. Уступите грант вашим, да, вашим коллегам. Да, передайте своим коллегам по цеху, по сути, 19 тысяч фунтов. Вот. По большому счету, ну, тут даже не про конкуренцию речь, потому что мы делаем одно дело. Мы делаем россиян более здоровыми. Вот. И систему здравоохранения такие люди, которые выступали, собственно, на форуме, однозначно сделают лучше. И делают лучше уже много лет. Вот. Мы очень верим в вас, верим в ваши благие намерения, верим в ваш талант. И еще больше верим в систему подготовки в программе докторантуры. Поэтому ждем вас. Всего доброго. До свидания. Увидимся. Спасибо.